Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте на странице 21 выполним задание под номером 1. Найди на рисунке Солнце. Обведи его изображение. Объясни, по каким признакам тебе удалось узнать его среди других звезд. На уроке окружающего мира вы вели речь о звездах и конкретно о Солнце. Кто-то утром не спеша надувает красный шар, а как выпустит из рук, станет вдруг светло вокруг. Конечно же, это Солнце. Солнце – это ближайшая к Земле звезда, но и она находится от Земли на расстоянии 150 миллионов километров. Чтобы доехать от Земли до Солнца на автомобиле со скоростью 80 км в час, машине пришлось бы безостановочно ехать 200 лет. Диаметр Солнца больше Земли в 109 раз. Эта звезда выделяет огромное количество энергии, часть которой доходит до нас с вами. Вечером, когда Солнце скрывается за горизонтом, мы можем увидеть в небе и другие звезды. Одни светятся ярче, другие слабее. Одни голубые, другие желтые, а третьи красные. Солнце не просто светит днем, без него день бы никогда не начался. Когда Солнце поднимается, оно освещает Землю, и у нас начинается день. Когда Солнце заходит, у нас начинается ночь. Звезды – это раскаленные небесные тела. Все, что раскалено, светится. Многие звезд гораздо больше по размеру, чем Солнце, но на небе они нам кажутся совсем маленькими. По цвету звезды бывают разные, и это зависит от температуры. Когда температура высокая, то цвет у звезды красный, вот как, например, у этой звезды. А если температура очень высокая, то звезда оранжевая. Если температура еще выше, звезда очень горячая, то она белого или голубого цвета. Наше Солнце, хотя нам и кажется очень большим, на самом деле на этом рисунке это самая маленькая звезда. Нашу звезду астрономы называют желтый карлик. Это потому, что она имеет желтый цвет и маленькая. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.